И последнее видео. Это у меня Globopsis truncata. Как видите, на этой неделе у меня рабочий появился. Компонатус Barbarecus. Моя раненая королева. И новичок. Южноамериканский Campanatus punctulatus из Бразилии. Что за подвид, сейчас буду разбираться. Колобопсис у меня было в тумбочке заключения. 3 месяца не хотела расплодовать. Но сейчас все нормально. Уже есть первый рабочий. Ну, после зимовки, думаю, им, если их будет много, то подарю им апартаменты трехкомнатные, как я называю. Очень мелкий вид. Это Barbarecus, моя самая плодовитая, но как видите, у нее задние ноги парализованные и одной ноги нет. Есть рабочий, очень много личинок, уже есть коконы. Я думаю, что ее я переселю скоро. Она меня радует из 3 Barbarecus'ов. И громадина. Где-то 18-19 миллиметров. Что они с тараканчиком сделали? Campanatus punctulatus. Очень большая голова. Вид для меня немного незнаком, а вот видно сердцеподобная голова. Есть, но есть яйца, личинок я не вижу. Только хочу заснять, она спрячется возле ватки. Так тут бегает по пробирке. А вот сейчас вроде пойдет. Очень большая. Живут в пустыне, возле лесов, но что-то они не любят леса. Это больше степные, я не знаю, как в Бразилии правильно, это серавел или как у нас степи, саванны, Виталий Макис. Вот такой. Я как-то возьму про каждого вида отдельно снимлю видео и больше подробнее про каждого вида расскажу, как, с чем и что он себе представляет. Это как последнее видео скажу, я сейчас еще жду, возможно, на этой неделе уже приедут Campanatus micans с Австралии, Campanatus consabrinus и еще одна посылка Campanatus
Felax. Если все будет хорошо у меня, то в субботу хочу очень большой заказ сделать. Много видов. Ну, вот так у меня поживает колония. Посмотрю, что будет через неделю. Всем удачи!